Ребят, всем огромный привет, с вами Серега Стилов, это новая серия Стилов Дейли. Добро пожаловать в наши видосы ежедневные, ставьте лайк авансом, и мы начинаем. Я с самого утра, конечно же, позанимался, отлично, там с Гогой прям интенсивная тренировка, и сейчас приехал в Boost Motors, здесь Пархо на улице готовит своего морчка, а.к.а. Дрифт Такси, а.к.а. Дрифт Конг. А я после тренировки заехал в гараж, взял с собой палатку, которую мы берем обычно на выезд. Также заехал в магазин алюминия, потому что у нас палатка была поломана еще с прошлого года, с РДС Запад, когда мы были в Москве, когда был лютый ветер, нам поломала палатку, у нее сломало, получается, две стойки, еще там что-то сломало. И в итоге ребята ее тогда экстренно залечили, но она была кривая. То есть постоянно, когда мы ее ставили в Сочи, как бы она кривая была, но мы как-то выравнивали, ребята делали, и было ок. И мы решили все-таки наконец-то починить палатку. Футбол только с промокодом Стилов. И 1 мая английская премьер-лига, 18:30, West Ham, Arsenal, One X. Самые высокие кэфы, простейшая регистрация в один клик и моментальный вывод на множество платежных систем. Стилочка в закрепленном комменте, промокод Стилов. Как раз таки уже завтра едем на дрифт Мацури. Завтра будут тренировки, кстати, там вход свободный. Но вы, скорее всего, смотрите, когда это уже сегодня. Так что можете, в принципе, приезжать. Но досмотрите видео до конца. Мы узнавали, сколько стоят сломанные элементы именно у производителя. Нам сказали, что 15 тысяч. Мы такие, ладно, потом сами сделаем. В итоге я в магазине алюминия купил две профильные алюминиевые трубы. Это вышло 2000 с чем-то. И они подошли. И сейчас палатка уже в боксе. И Серега делает, восстанавливает эти ножки палатки. Вот она здесь расположилась, как паук. Вот это живая ножка, а вот здесь были две сломанные. Одну сейчас сняли, вторая еще здесь, тоже подломанная. Серег, привет! Привет! Всем привет! Георгий, привет! Ваня, привет! Тут скажут, не здороваюсь, хотя я тут уже был. Вот, процесс идет, восстановление. Уже восстановлено. Уже восстановлена одна. Красота! Профиль немного, конечно, отличается от этого, потому что здесь он такой немного закругленный, но это не важно. Профиль отличается тысяч примерно на. Да, я сказал, 12. Да, то нам предлагали за 15, а это за 2000 рублей с чем-то. 6 метров. 6 метров трубы еще останется, просто меньше нельзя было взять. Отлично, ну получается, Серега ее тут подточил, сделал отверстие, закрепил вот эту вот штуку, закрепил вот эти все полозья. Самое главное, что они ездят, это хорошо. Офигенно, просто офигенно. Работает. Такая палатка в прошлом году стоила 180 тысяч рублей. Вместе, естественно, с тканью и, получается, вместе со стенками. Понятно, что там довольно большой процент идет именно на ткань, то, что на ней печатается. То есть просто бланковая белая, она будет стоить дешевле. Не знаю точно сколько, но, конечно же, с распечаткой, со стенками это будет около 180 тысяч. Сейчас, я не знаю, наверное, подорожало по-любому. Потому что эта ткань по-любому не нашего производства. Потому что принтер краски и все такое. Я думаю, 200 она точно сейчас стоит такая палатка. Закупились? Нормально. Здесь восстановление профиля от палатки. Вот и готово. Уже вторая. Так и можно палатку сделать. Так можно и деньги зарабатывать нормально, нехилые. Палатка готова. Серега, огромное спасибо. Просто восстановил все четко. Теперь у нас никаких временных решений, никаких хомутов. Все держится. Я доехал до гаража. Завтра с самого утра поеду на лавре на подкате. А сейчас буду грузиться. Есть не совсем стандартная задача, это загрузить весь зип, палатку и покрышки. Обычно все грузилось так, что это зип и покрышки. А теперь здесь еще палатка добавилась. Я вот думаю, знаете как, сейчас просто стропами привяжу палатку вот так вот и оставлю открытый кузов. Это дополнительные где-то полметра, и это как бы неплохо. Итак, первая часть раскладки зипа завершилась. Все кейсы, в принципе, вот так поместились. И вот столько осталось места
для резины. Вот эти вещи я положу в лавра. Не знаю, здесь, конечно, очень мало места для резины. Ну, плюс, конечно, еще есть в салоне место для резины. Но еще попробую сюда все укомплектовать. Так, ребят, я это сделал, прикиньте. Все, что надо, все поместил в кузов. Вот так в итоге это выглядит. Все застропил. Все должно быть, по идее, надежно. Вот плотно. Канистры, палатка тоже плотно сидит. Все, что там, тоже плотно. Колесо вообще не двигается. Здесь у нас получается все застроплено. Здесь два колеса, я их отвезу в лавр. И в салоне у нас полная загрузка. 8 колес. И вот это надо еще все отвезти к лавру тоже. Лавр положить. Не, реально круто. Я что-то не верил изначально, что все могу поместить. Это, конечно, дичь. Ладно, ничего. Ехать там, ну, полтора часа где-то. Думаю, нормуль доберемся. Но выглядит забавно. Спортивные события еще интереснее с промокодом Стилов. Получает до 25 тысяч для новых игроков, досматривай этот видос и вперед. Вот так выдвигаюсь к лавру, подраспихал все вещи. Надеюсь, сейчас ничего не выпадет. Сейчас доехал до лавры, выгрузил у него все вещи, заехал на заправку, заправил две канистры сотового. Вот так вот номер, кстати, закрепил, потому что иначе его не видно. Еще раз все проверил, вроде все держится, все окей. Такая, в принципе, погрузка. Завтра еще сюда прибавится подкат. Будет вообще, конечно, красота. Хотел сегодня, кстати, днем съездить до автодрома, посмотреть, как там ребята катаются, потому что была тренировка, но вообще не успевал. Но зато сделали палатку, и сейчас я еще, наверное, часа 2,5 грузился. Что в одного это все тащит. Передащи, уложи, чтобы все четко, все вместилось. Самое главное, что реально все вместилось, я до сих пор даже в шоке. Завтра с самого утра уже поеду на Егору. Кстати, получается, в субботу это тренировки. Целый день до 8 вечера. Там вход свободный для всех. Ну, тренировка стоит 3000 рублей. Ну, а в воскресенье уже квалификация и, получается, в понедельник парная. Ребят, вот такой небольшой ролик вышел о сегодняшнем дне. Спасибо большое, что его посмотрели. Всем тем, кто поддержал его лайком. Огромный респект от меня. Подписывайтесь обязательно на мою телегу, вот она тут. Там много всего интересного. Стараюсь делать контент прям реально эксклюзивный, не повторяющийся нигде. Ну и с вами был Серега Стилов. Стройте тачки, тренируйтесь. И до новых встреч.